И жили они хорошо, по-доброму.
помогали бедным, в церковь ходили, но одно их печалило, не было у них детей. Просили они у Бога милости, молились горячо. Годы шли, а в доме не звучал детский смех. Но не стали они от этого злыми и завистливыми, не впали в отчаяние, а продолжали Богу молиться. И вот за то, что они оставались добрыми и продолжали верить в чудо, Бог подарил им на старости лет сына Николая. Николай рос хорошим и послушным мальчиком, но радовался мамой и папой. Поэтому большую часть жизни не знал родительского тепла. Ни в чем он не знал нужды. Оставили ему родители в наследство все свое богатство. По соседству с Николаем жили три сестры, красивые работящие девушки. И услышал как-то Николай разговор соседей, что не могут эти девушки выйти замуж. Никто не хотел брать их жены без приданиц. Как же так, подумал Николай, мне же хорошо, у меня все есть, а рядом страдают люди. Зачем мне одному столько богатства, если кто-то не может быть счастлив? Поздно ночью, когда весь город спал и видел сны, Николай пробрался к дому, встречали девушки и кинул в печную трубу три мешочка золота. В доме горел камин, а возле него сушились чулочки, которые девушки постирали вечером. И деньги упали прямо в чулочки. Проснулись утром сестры и ахнули. Каждая в своем чулочке нашла приданное, которое бы хватило для того, чтобы выйти замуж и жить часто. Каждый день не молились. Радовались этому чуду. Благодарили того, кто совершил их. И на этом часа не закончились. Город замер на ждать. Каждый мальчик получил очень лекарств. Больные – лекарства. Вдовы – помощь и теплую одежду. Бедные детишки – игрушки и еду. Очень долго Николаю удавалось быть невидимым помощником. Он делал добрые дела и не ждал, что кто-то его похвалит. Но люди очень хотели узнать имя чудотворца, который помогал и дарил радость, чудо, помощь ближнему. Николай прожил долгую жизнь, полную разных, не всегда хороших событий. Но в любых ситуациях он оставался самим собой, добрым, терпеливым, милосердным. И за это любили его люди. Когда Николай покинул этот мир, причислили его к лику святых. В народе его так и называют – Николай Чудотворец. И верят люди, что покровительствует он бедным и путникам, по рекам и морям, и по сей день совершает чудеса. Ходит Николай по свету и добро творит. А рядом с ним ангелы. Знают ангелы обо всем на свете и рассказывают Николаю о хороших, послушных детях, которые обязательно должны получить подарки. Чудотворец Николай, ты о нас не забывай, дай нам радости. И здоровье не жалей. А тому, кто добр, смел, силы дай для славных дел. К нам направь свои шаги, нас от бед убереги. Дай нам света и тепла, мир, счастья и добра. Обещаем не шалить и прекрасный мир. Пусть звучит сегодня смех для всего-всего, для всех. Да, друзья, вопрос серьезный. Я подарок вам принес, курьезный. Скажет каждый, не соврет, и душист, и сладок лед. Да не лед, а мед. Зайчишка, зайчишки заснеженной лютой зимой питаются часто древесной горой. Да не горой, а корой. Через луг наискосок молодой растет песок. Да не песок, а лесок. Он хотя и молодой, а присмотришься грибной. Не грибной, а молодой. Лбами стукнулись мальчишки, и на лбах вскочили фишки. Да не фишки, а шишки. Ой, забыл. Здесь у меня морковка завалялась. А знаете, для чего она нужна? Дедушка Николай ездит на ослике. И чтобы ослик остановился, не пропустил наш дом, остановился, нужно оставить ему маску.
морковки нанесет. Он щиплет за щеки, кусает за нос. Конечно. Еще раз, еще он раз. Он щиплет за щеки, кусает за нос. Конечно. Мороз. Дедушка Мороз. Крутит, забывает, хохочет, и в сети поймать свои хочет. Коварная ветра подруга, холодная зимняя зимуха. Сюда, Макс. Что это слово? У него нет ног, а он все идет. Белый и пушистый, но совсем не кот. Он умеет падать, но не человек. Это чистый, зимний и холодный снег. По две морковки до одной, второй команде. Молодцы. Без досок, без топоров, через реку мост готов. Кто ответит? Мост, как синее стекло, скользко, весело, тепло. У нее наряд зеленый, вся в него зимой влюблённый. Кто выиграл?
9. А у вас, Маечка? Нет. 9. Ничья. Ничья? Да. Победила дружба. Новый дядь снежинки, мы полотнищи.
где лежит, покажет. Что? Ты что?